Здравствуйте, с вами магазин Инструмент Центр. Сегодня у нас в видеообзоре набор стандарт на 108 предметов, код товара ST0108-6. Данные наборы производятся в двух комплектациях, 12-гранные и 6-гранные головки. Данный набор в видеообзоре — это 6-гранный. Немного о фирме Стандарт. Стандарт недавно появился на рынке инструмента Украины. Выпускает они полупрофессиональный инструмент. Сама фирма находится в Харькове, Украина, но заводы находятся Индия и Китай. Набор этот больше подойдет для обслуживания личного автомобиля дома или в гараже, то есть для бытового применения. Поставляется набор в такой вот бумажной упаковке. Что важно, указывает производитель. Ну, здесь комплектация на русском языке. Потом стандарты ISO 9001 есть. Что такое? Ну, больше здесь хром-ванадиевая сталь, материал изготовления данного набора. Теперь по комплектации. Комплектация стандартная, как для 108 наборов. В данной комплектации выпускают все производители. В комплекте две трещотки. В наборе трещотки идут на 48 зубьев. Они идут разборные, то есть можно разобрать и заменить внутренность или смазать внутри. Рукоятка комбинированная, резина-пластик. Черный цвет — это у нас резина, пластик — синий цвет. Стандарт — есть надпись на трещотке на металле и стандарт на рукоятке. Трещотки на 48 зубьев. Имеют реверс и быстрый сброс головки. Люфтов в трещотке совершенно нету. Очень такая тугая при работе. Трещотки хорошего качества. Длина трещотки под квадрат 1,2 составляет 26 сантиметров. Трещотка под квадрат 1,4, также на 48 зубьев. Она длиной 16,5 сантиметров. Также рукоятка комбинированная, надпись «Стандарт» на металле и надпись на рукоятке. Отверточная рукоятка. Длина ее 15 сантиметров. Здесь рукоятка полностью из пластика. Применяется она с битами, которые прессованы в головку. Также ее можно применять и с головками под квадрат 1,4. Можете подсоединять, есть квадрат подсоединительный. Можете подсоединять или трещотку использовать, ну или удлинители, в зависимости от работ, которые вы проводите. То есть можно удлинять саму конструкцию. Так, два кардана под квадрат 1,4 и под квадрат 1,2. Карданы здесь скреплены не винтами, а имеют металлические вставки. То есть это для труднодоступных мест. Две свечные головки 16 и 21 мм. Имеют внутри резиновые вставки, чтобы свеча не упадала во время откручивания. Так, удлинители под квадрат 1,2. В наборе два удлинителя 125 мм и 250 мм. Удлинитель под 250 мм используется как Т-образный вороток. Есть вот такой вот переходник. Кстати, переходник можно также применять для перехода с квадрата 3 восьмых на 1 вторую. Если у кого-то есть дополнительная трещотка на 3 восьмых. Получаем такой вороток Т-образный. Так, теперь по головкам. В наборе профиль 6-гранный. Как я говорил, такой набор еще есть с 12-гранным профилем головок. Вес головки на 32 мм составляет 214 грамм. То есть она довольно увесистая. По количеству головок коротких здесь 30 штук. Самая маленькая головка у нас идет на 4 мм. И самая большая на 32 мм. Также надпись на стандарт. Стандарт есть на металле, на головке. ЦРВ, хромованадиевая сталь и 32 мм. По головкам, по литью самому. Литье хорошее, вопросов как бы нет. Нету сколов, нету остатков от литья, то есть все отполировано хорошо. Так, головки Торкс. Данных головок здесь 13 штук. Самая маленькая Е4 Торкс.
И самая большая головка E24 Torx. Инструмент в наборе покрыт матовым защитным слоем. То есть он не блестит, он полностью матовый весь. Так, головки длинные. Их здесь тоже 13 штук. Самая маленькая идет на 6 мм. Длинная, шестигранная. И самая большая на 22. Так, набор Г-образных ключей небольшой, ну такой набор идет во всех наборах. Так, далее что у нас? Верхняя крышка. В верхней крышке наборы бит идут. Биты прессованы в головку под квадрат 1.4. Их здесь 18 штук, общее количество. Они применяются или с воротком Т-образным под квадрат 1.4, или с трещоткой, или с отверточной рукояткой. Биты здесь есть Torx, есть шлицевые, есть шестигранные и крестовые биты. Все биты в наборе подписаны. На пластике есть размер биты, в которой находится в ячейке. Далее, биты под квадрат 1.2. Общее количество их 17 штук. Они применяются с переходником. Вставляете переходник в нужную биту. Или трещотка, или Т-образный вороток. Также есть Torx биты, есть шлицевые, есть крестовые и шестигранные. Так, Т-образный вороток под квадрат 1.4, длина его 11 сантиметров. И удлинители под квадрат 1.4, два удлинителя, 50 и 100 мм. По комплектации все. Теперь посмотрим, как инструмент закрепляется в верхней крышке. Чтобы исключал выпадание инструмента во время закрывания. Что это тоже очень немаловажный фактор. Закрываем. Как бы инструмент хорошо держится, то есть не выпадает. Хотя пластик внутри самого кейса, он мягкий довольно. Пружинит, но мягкий. Хорошо защелкивается. Кейс цельнолитой. Как видите, здесь нету завис, полностью цельно отлит. Запирание набора на пластиковые такие вот защелки. То есть кейс самый обычный. Теперь по габаритам самого кейса. Вес набора составляет 6,7 кг. Запирание на пластиковой защелке. Вот. Так это происходит. Он довольно компактный. Ширина его 37 см. Длина 26 см. Высота 8 см. Видите, логотип стандарт на верхней крышке. По самому пластику он... мягкий, но пружинит. То есть, вот, нажимаю, хорошо пружинит, но я не сказал, что он жесткий. То есть кейс мягкий. Вот, вот такие вот наборы стандарт появились сейчас на рынке. Поэтому кому нужен недорогой инструмент хорошего качества для обслуживания личного автомобиля, присмотритесь к марке стандарт. Спасибо за то, что смотрели наш видеообзор. Подписывайтесь на наш видеоканал. До свидания.